Красавица Уфа и лучшая лига мира. Приветствуют вас. Стадион «Нефтяник». Воскресенье, 15 сентября. Мы открываем воскресную программу 10-го тура «Майлбет» первой лиги с поединка между Уфой и столичной московской родиной. На центр поля. Указательный палец правой руки показал перст Коваленко, и мы стартуем. Уфа, родина. Уже не так активны на 11-й минуте. Левофланговые родины. Удобная передача, и показалось, даже задел головой мяч. И по прическе Бурлакова сейчас. Как помните, однажды Криштиану Роналду на чемпионате мира забил, потом доказывал, это я. У преследователей только 4 предупреждения. Гордюшенко, ошибка Уфы, и Бурлаков пяткой. Остается мяч у гостей, и это Юшин. Но там уже накрыли. Бурлаков, наверное, сам мог мяч для себя сохранить из 4 мячей в прошлом сезоне в золотой группе дивизиона А второй лиги. 2 мяча Уфе в 2 турах. Вот момент. В ближний, в дальний. Куда? Никуда. Юшин. Спасибо за передачу. Извиняется, что не отдал. И очень важны подборы здесь. Да, вот сейчас, видите, в очередной раз не пускает далеко Уфу. Родина. Кожедуб с левой. Дальний удар. Есть у него это. Есть у него это. Умение с дистанции пробить. Я про штрафные, про голы в прошлом сезоне только рассказал вам. Баклов. Спокойно. Убивает мяч. Кстати, мне кажется, в первом тайме против солнца Сангаре. Можно играть. И пустые ворота были без Баклова. А Коваленко почему не свистнул-то? Не было нарушения. Лежит на газоне родного нефтяника Олег Баклов. Ближняя. Вот неплохо было. Вот было неплохо. Даже ведь повтора заслуживает. Перчонок хорош. Навес. И здесь защитники дали пробить. Можно было в створ попадать. И от этого за лицо схватился Александр Теняев. Сейчас посмотрим, что придумает Теняев. И гол! 1-0 Уфа! Теняев придумал. Амулин вслед за ним завершил. Вот это вы видели. То, что болельщики требовали, то, что мы с вами ждали. Родина ли, Уфа ли, голы нужны, чтобы матч раскрылся. Несколько стенок. Самый, там кто последний, Агиян. Удар, Баклов. Ну, я не уверен, что ворота. Юшин в штрафной. Юшин под левую, под правую. И кто там на себя принял? Нужна помощь врачей. В лицо мяч прилетает. Тот же человек. А вот сейчас все можно закончить. А ну-ка! Надо что-то говорить. Артем Сергеевич не попал. Все можно было решать. Сангаре вышел. Это плохо. Это Ложкин. И пробросить, убежать. Ложкин! На все деньги. Ну-ка! Класс. Великолепно. В более простой ситуации не разобрался, а сейчас все заканчивает. Шикарный гол. С центра поля. Сам пробросил. Сам не оставил шанса защитникам. Поставил спину. Но Сангаре разобрался. Это вообще. Уфа ликует. Это победа. Возможно, сухая. Первая домашняя в сезоне. Не зря пришли люди. Я говорил о том, что у родины сейчас несколько матчей в гостях после. Все, Уфа с победой! С победой! Фиолетовые, горожане, уфимцы и трибуны нефтяника рукоплещут команде Евгения Харлачева, которая берет 3 очка впервые в сезоне.